Бог говорит, Кыргызстан, Дух Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью. Сегодня понедельник, 17 июня, и мы сейчас начнем сегодняшний день хорошо с молитвы Богу. Мы сейчас помолимся и попросим, чтобы Бог нас благословил в этот день. Аминь. Давайте обратимся к Нему сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас вместе поговорим с нашим Господом. Мой Господь и мой Бог, во имя Иисуса Христа мы обращаемся к Тебе, мой Бог, в этой молитве. И прежде всего мы благодарим Тебя за дыхание жизни, за сегодняшний день, за то, что мы смогли встать. Спасибо, мой Бог, Тебе. Мы за все благодарим во имя Господа Иисуса Христа. Господь, мы отдаем сегодняшний день в Твои святые руки. И мы просим, мой Бог, иди впереди нас и направь, мой Бог, нас. Направляй каждый шаг наш. Дай нам мудрости, дай нам силу, чтобы во всем мы могли почитать Тебя, Господь, своей жизнью. Я молюсь за всех работников. Я молюсь, мой Бог, за всех, кто рано утром уже идут, мой Бог, на работу. За тех, кто поедет в город по делам. Я молюсь за тех, кто останется дома. И прошу, мой Бог, благослови сегодняшний день. Все вопросы, которые нам нужно решить сегодня, мы отдаем Тебе, Господь. И мы верим, что с Тобой у нас все будет хорошо. Поставь Твоих ангелов вокруг нас, вокруг нашей семьи, наших друзей. И защити, мой Бог, нас от аварии, катастрофы, проклятия, зависти, всего негативного. Мы отдаем, мой Господь, свою жизнь Тебе, и мы по вере провозглашаем, что сегодняшний день для нас будет успешным и благословенным во имя Господа Иисуса. Мой Господь, мы молимся за нашу страну и просим, благослови Кыргызстан. В Твоем слове написано, блажен народ, у которого Господь есть Бог. Ты наш Бог, царствуй в нашей стране. Благослови, мой Бог, нашу землю. Да будет процветание в нашей стране. Да будет, мой Господь, защита. И самое главное, да будет спасение. Мы также молимся за другие страны. Каждый день, мой Бог, из разных точек этого мира люди присоединяются к этой молитве, молятся с нами. Я прошу, благослови их, их семью. Защити, мой Бог. Я провозглашаю, да будет свет там, где Твой народ находится, во имя Господа Иисуса Христа. Мы молимся, Господь, за мир в Израиле, на Ближнем Востоке. Мы молимся за мир между Россией и Украиной. И пусть, мой Бог, все эти конфликты прекратятся во имя Господа Иисуса Христа. Дорогие друзья, помолитесь со мною сейчас. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. Слава Богу. Аминь. Дорогие друзья, будьте уверены в том, что Бог услышал нашу молитву. И что Он уже благословляет
каждого из нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Я сейчас передам вам слово на сегодняшний день. Я прочитаю третью книгу Царств, 18 главу, 21 стих. В Библии написано вот так. «И подошел Илия ко всему народу и сказал, «Долго ли вам хромать на оба колена? Если Господь есть Бог, то последуйте Ему. А если Ваал, то Ему последуйте». И не отвечал народ Ему ни слова». Дорогие друзья, обратите, пожалуйста, ваше внимание на то, что здесь написано в Слове Божьем. Вы знаете, израильский народ был нерешителен, колебался и не знал, за кем следовать, за Богом или за Ваалом. Из-за этого на протяжении 3 лет в стране была страшная засуха. Возмутившись, Илия позвал пророков Ваала и бросил им вызов. Пророк призвал народ определиться. Нельзя быть нерешительным, ни рыбом, ни мясом. Одной ногой с Богом, другой с дьяволом. В Царстве Божьем такого не бывает. Поступающий так на самом деле, двумя ногами с дьяволом. Кто колеблется, не знает, куда хочет дойти, не понимает Божью волю для своей жизни. Он нерешителен. Ни да, ни нет. Как Бог может использовать такого человека, дорогие друзья? Последователям Господа Иисуса необходимо жить по вере. Но неопределенные живут в растерянности. Они нерешительны даже в элементарных решениях повседневной жизни. Да? Когда нужно использовать веру, они ждут божественного, скажем так, волшебства. Какой смысл верить в Бога и не отстаивать свою веру перед миром и перед дьяволом? Найдите в Библии хотя бы одного нерешительного в характере и в вере человека, использованного Духом Святым. Определенный в вере знает, что Бог с ним. Поэтому даже то, что не должно было получиться, получится. Он принимает решение, основываясь на мудрой вере. Знаете, дорогие друзья, что ваш успех зависит от поступков веры, а не от везения. Подумайте об этом. Это Божье Слово для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу в 6 утра по бишкекскому времени. И вы можете присоединяться к нам. Если это слово вам помогло, ставьте лайк, отправьте эту молитву вашим друзьям. Напишите в комментариях, откуда вы молитесь с нами. И в вашем комментарии добавьте вот эту фразу. Я буду жить по вере. И даже то, что не должно было получаться, у меня получится. Потому что я с Богом. Аминь? Слава Богу. Дорогие друзья, мы вас ждем сегодня в Центре помощи Кыргызстан в 10 утра, в 15:00, в 18:30 на служении «Процветание с Богом». Сегодня мы помолимся за умножение клиентов, зарплаты, пенсии, и мы вас ждем. Если вы живете в других городах, вы хотите получить ссылку, чтобы молиться с нами онлайн в 18:30, тогда напишите нам на WhatsApp или на Telegram, и мы отправим вам ссылку. Хорошо? Пусть Бог благословит вас, всю вашу семью, обильно во имя Господа Иисуса. Дорогие друзья, Бог с вами. Все будет хорошо. Тебе ответь.